препарат, повышающий иммунитет. Химохим – это продукт, создание которого берет свое начало в истоках традиционной корейской медицины. Химохим пробуждает истощенные иммуноциты, придает силы и обновляет клетки организма. Разработку химохима начала корпорация Sun Biotech. Первые разработки начались еще в 90-е годы. Еще тогда новостные каналы говорили о химохиме. Создан он на основе последних биотехнологических разработок и традиционной медицины. Над созданием препарата трудилось множество ученых. Его разработка длилась несколько лет и потрачена была баснословная сумма. Препарат используется для лечения сахарного диабета, малокровия, артрита, гипертонии. Способствует устранению или уменьшению аллергических реакций. Активизирует иммунитет, стимулирует выработку элементов, побеждающих раковые клетки. Химохим рекомендовано принимать для профилактики онкологических заболеваний. Химохим активизирует работу НК-клеток. Натуральные киллеры – это большие гранулярные лимфоциты, образующиеся в костном мозге, обладают цитотоксичностью против опухолевых клеток и клеток, зараженные вирусами. Цитокины выполняют важную роль в иммунной системе, укрепляют иммунитет, поддерживают здоровое состояние всего организма. Основное предназначение препарата заключается в активации ослабленных иммунных клеток. Также его рекомендуют использовать для профилактики и лечения отрицательного воздействия радиации. В состав химохима входят только натуральные ингредиенты, такие как экстракт корня дудника, корни любистки санчуанского, белого пиона. Также входят мед, ламинария, патентовая кислота, витамин В6, витамин В1, витамин В2 и также другие элементы. В теле здорового человека имеются раковые клетки, но при малейшем дисбалансе организма, при стрессовых ситуациях, при пониженном иммунитете, эти раковые клетки пробуждаются и начинают атаку организма. Поэтому важно постоянно поддерживать иммунную систему, чтобы эти клетки не доминировали. Химохим вам подходит, если вы хотите очистить кровь, усилить иммунные функции, повысить выносливость и с легкостью переносить стрессы. Его эффект, как показали многочисленные исследования, в несколько раз превосходит лечебные воздействия корня женьшеня и медицинских грибов, которые также используются в корейской медицине. Нашему организму нужна каждодневная защита. Чтобы ее обеспечить, наши иммунные функции должны работать бесперебойно. Химохим как раз предназначен для этого.